В киновале демонстрируются как классические шедевры мирового кинематографа, так и киноленты в жанре арт-хаус. Это не просто площадка для просмотра фильмов, но и место общения за чаепитием любителей кино. В клубе проводятся тематические показы. Зрители уже могли насладиться скандинавскими, грузинскими, польскими картинами. Организаторы киновали планируют и дальше знакомить севастопольцев с фильмами разных стран мира. Сейчас в октябре мы будем показывать испанское кино. Мы ждем всех каждый четверг в 18:30 по адресу набережная Корнилова, 9 в молодежном центре Фонда социально-экономического развития Севастополя. Вход свободный. Все 5 лет киноварь работает при поддержке Фонда социально-экономического развития Севастополя. Ко дню рождения клуба представители фонда вручили Наталье Грезиной грамоту и подарили клубу чайный сервиз. В рамках программы «Творческий Севастополь», инициированной президентом фонда Павлом Лебедевым, совместно с киноклубом проводится ряд мероприятий, среди которых всекрымский конкурс студенческих и дебютных короткометражных фильмов «Киновия». Ребята и взрослые, кстати, члены этого клуба, они создают ту неповторимую ауру, культурную, творческую, среду, которая, возможно, и делает Севастополь одним из культурных центров Украины. Аудитория киноклуба разноплановая. Здесь можно встретить как студентов, так и пенсионеров. Это люди разных профессий и занятий. Объединяет их главное – любовь к киноискусству.